С 1 января выросли пенсии, выплаты по больничному и прожиточный минимум. Здравствуйте, вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакиным. Переходим к теме. Итак, с 1 января произошла традиционная индексация пенсий неработающим пенсионерам. Они выросли на 4,8%. Средняя прибавка составила 1000 рублей, а средний размер пенсии вырос почти до 22 тысяч рублей. Прожиточный минимум также вырос с Нового года на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда, МРОТ, на 6,3%. В среднем по стране прожиточный минимум на душу населения достигнет 14 тысяч рублей, для трудоспособного населения 15 тысяч, для пенсионеров 12 тысяч, а для детей 13 тысяч рублей. МРОТ с 1 января 2023 года составил 16 тысяч рублей. Также повысился и минимальный размер выплаты по больничному листу. Максимальная сумма для сотрудников с 8-летним стажем по трудовому договору составила 2700 рублей за день и 84 тысячи рублей за месяц. Если было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал, пересылайте видео знакомым. Я с вами прощаюсь, до новых встреч!